Личный прием граждан провел Андрей Иванов. К главе Одинцовского района обращались с разными вопросами. Кого-то интересовало решение личных проблем, кто-то представлял не только свои интересы. Так, жители деревни Трубачеевка, которая расположена в Жаворонковском поселении, рассказали руководителю муниципалитета о трудностях, с которыми пришлось столкнуться обитателям населенного пункта после ремонта дороги. Ее сделали уже, наверное, на метр. Теперь с трудом-то, в общем-то, разъезжаются машины встречные. А уж пешеходам вообще деваться некуда. Кроме того, после ремонта дороги автомобилисты стали ездить по железнодорожной улице с заметным превышением скорости. Их не останавливают ни искусственные неровности, ни ограничения в 20 км в час, ни знак «жилая зона», дающий преимущество пешеходам. Решение этого вопроса глава Одинцовского района взял на личный контроль. Сфера ЖКХ, улучшение жилищных условий и путевки в дошкольные учреждения. Андрей Иванов рассмотрел 8 вопросов, с которыми к нему обратились жители. Записаться на прием к руководителю муниципалитета можно по номеру телефона и адресу электронной почты, которые вы видите на экране.